Развитие электронных СМИ, сотрудничество с федеральными информагентствами, увеличение охвата радиослушателей. В Республиканском министерстве информационной политики подвели итоги за год и поставили новые задачи. Разнообразить формат, чтобы увеличить свою аудиторию. Так поступила газета «Советская Чувашия» и завела собственный YouTube-канал, где размещает видеорепортажи с места событий. Это достойный пример отметили на заседании. Специалисты отрасли обсудили и развитие национального радиовещания. С ноября прошлого года национальное радио «Чувашия» звучит в Чебоксарах и Новочебоксарске. Задача на год – достигнуть 100% охвата, чтобы передачи на родном языке могли слушать все жители республики. На заседании наградили лучших сотрудников отрасли и работников средств массовой информации. В их числе и наши коллеги. Старший редактор национального радио Родион Архипов, продюсер Таван-радио Анжелика Иванова и редактор национального телевидения Мальвина Петрова.